Ну вот, идет поток туристов. Восхождение, начало первого. И вон эти огоньки бесконечным потоком идут. И мы идут. Тимур, Саша, я, Алекс. Есть. И вот там вот. И вот туда уходят бесконечные огоньки к этой луне. Вершины не видно. Ползем по камням. Вот такая дорога с палочками. Меряем каждый шаг. Как есть. Ура! Эй. Эй. И тебе хей. И вот этим огонечком туристов тоже хей. Эй, мазис. Мамбо! Молодец! Хромает, а идет. Вот она, вереница огоньков. Мы сделали привал в лагере. Выпить водички. И шоколад употребить. Вершина. До вершиночки еще больше километра. Мы придем туда через 6 часов. Жди нас, дорогая. Жди и дождешься. Здесь у нас идет пение под луной. Первый снег, 5000 метров. Луна, поющие группы, идущие созвездия фонариков. Между группами выходит толкучка, идут два, в три, в четыре ряда, разбивая группы, пытаясь пробраться вверх. На Эльбрусе такого не было. А тут Невский позавидует. Пол второго ночи. Около нуля. Ползет тропка. Американцы, англичане, поляки, испанцы, итальянцы, норвежцы, русские. Все ползут вверх. Прям к луне. Прям к вершине. Луна, камни. Говорят, мы уже на 5130 отмотали 400 метров. И теперь остается меньше Бурдж-Халифы. Вот полтора лахта-центра вверх. 760 метров где-то вверх. У нас перерывчик. 5130 метров. Говорят по GPS. Ну и хорошо. Осталось 730 метров. Нормально. Дойдем. Kilimanjaro, Hakuna Matata, tulianza machame. Hakuna Matata, wageni kole kole. Вы слышали когда-нибудь про гонку к Луне? Говорят, это между Америкой и Советским Союзом было лет 50 назад. Ну вот смотрите, вот еще одна гонка к Луне. Группа. Уже и Луны не видно. Но это не важно. Все идут. Как-то там Тимурка.
Нормально, как прическа. Стоит. Красавчик. Молодец. Ну чё, давай. Гонка к Луне. Хоп. И нормально. Ну что, 5:30. 12 метров до Эльбруса. По-моему, это круто. Обогнали многих. Но отдых становится все чаще. Вот группа, которая выходила на 20 минут раньше. Они нас снова догнали. Но это ненадолго. Звезды почти не видны. И вершина тоже. Идешь как в космосе. Ну а так ничего. Передышечки помогают. Пошла вторая бутылочка колы. И все еще первая шоколадка. В запасе еще 6. Так что хватит. Хорошей дороги. Миллион белых лампочек. Сила маленьких шагов. А? На 5:630. Вот так вот идут люди, которые хотят покорить вершину. Романтика, она внутри. А здесь наши силы. Вот такие. Раз. Переносим с ноги на ногу. Раз. 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 Встали. Кто-то встал. Раз. 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 И так 10 часов. И ты на вершине. Парача, вакарибиша, вапикили манджару. Акуна матата, тебе я боле-боле. Акуна матата, тута пика ухору. Акуна матата, тулиан за мачаме. Акуна матата, нашира тука энда. Акуна матата, вараша боле-боле. Акуна матата, соте ту имбе джамбо. Джамбо буана, хабарикяни. Zuri sana, elele wageni. Wakaribishwa, wapi hizi mandaro. Hakuna matata, baranko tukaenda. Wageni pole pole. Karanga tulifika, hakuna matata. Barafu tukaenda, hakuna matata. Warashia pole pole. Hakuna matata. Na sasa ni Stella Pointi. Hakuna matata. Uhuru tutafika. Hakuna matata. Warashia pole pole. Hakuna matata. Sote tu imbe jambo. Jambo bwana. Habari gani. Nzuri sana. Elele warashia. Hakuna matata. Браво! Welcome up to Kilimanjaro. Ну вот Kilimanjaro. А вот рассвет. Рассвет над Kilimanjaro. Вот он, высоко-высоко. 6850. Осталось там 40-50 метров в высоту. Может, полчаса ходьбы. Это гигантский стратократер, который здесь когда-то был. А вот и, собственно, вершина. Полчасового утра, 5,5 часов хода, мы почти у самой вершины. До нее осталось несколько сот метров. Вот он, огромный кратер, который когда-то извергал всю лаву, которую мы видели из этих камней. И рассвет, закрытый облаками, и люди, которые идут на вершину.
Последний 50-100 метров вверх до пика. Ну вот, мы на вершине. 5895. С победой! С победой вас всех! И тебя, Кость, и всех остальных. Парача, покарибиша, попикили манджару. Акуна матата, тебе я поле-поле. Акуна матата, тута пика ухору. Акуна матата, тулиан за мачами. Акуна матата, нашира тука энда. Акуна матата, вараша поле-поле. Вот она, вершина африканского мира, с которой ничего, блин, не видно. Вообще, как будто сидишь в окопе, зарытый туалет в снегу, минус, я думаю, градусов 15, но все счастливы, делают свои фото. Это момент жизни, крайне важный, и это классно, это все ребята, которые радуются, переживают свои эмоции. Италия, Испания, все рады. Все, кто угодно. Америка и, конечно, Россия. Самое главное в подъеме спуск. В ночи было ничего не видно. Сейчас мы быстро и весело идем вниз. Между камнями, скалами показываются соседние горы. Бесподобные облака. Вперед, вниз. Еще 3 часа назад я тут сидел почти без дыхания, почти без жизни. Ну, не то, что умирал, просто не давали отдышаться на самом деле. А сейчас мы идем вниз, хурма хурмой, ерунда ерундой. И вот, да, туманчики и горное солнце. Мы пришли вон оттуда. А теперь спускаемся. Открылись наконец горы с подсвеченными облаками. Вот мы спускаемся. А вот там вот наш лагерь. Из него сегодня поднялись и идем обратно. Ну вот он показался. Совсем рядом наш красавчик. Все, километрика 300 метров вниз. И все. Ну что, вот она, родная палаточка. Отсюда мы ушли 10 часов назад. 7 часов подъема на километр 200. И 3 часа спуска. А вон там мы были. Даже и не верится. Но это сделано. Посмотрим, какие вершины будут следующими. Вершины не обязательно горы. Поздравляю всех и себя. Вот она, палаточка изнутри. Тут уже все прибрано, и, к сожалению, нету Тимура, с которым мы шли вместе. В этой палаточке уже проведено 4 ночи. И будет еще одна. Лагерь сворачивается. Все переходят на 800 метров ниже. А носильщики должны сделать это первым. Вода, сбор палаток, перекрики, ничего не должно быть потеряно, перепутано. Yeah.
Сумасшедшие камни. Какой вулкан их разнес. В Танзании нас ни разу не подпустили к воде. Отдельно в тазике для отмывания, отдельно в термосе. И никаких костров, только газовые баллоны. Еще пластик не пропускали на территорию Килиманджаро, хотя приносили. И огонь везде запрещен. На газовых баллонах готовят. Но все-таки вот второй раз, когда я встречаю сгоревший лес. Трагичный момент. Избегайте лесных пожаров. Прямо в центре пожара декабря 23 года. Зеленая растительность. Мы сменили еще один пояс. И вот она здесь покрывает эту долину. Протей. Протея Килиманджарис. Местный цветок. Заметили, в Африке левостороннее движение, расходятся по левому краю дороги. Вот так ходят туристы и носильщики. Угадайте, кто кого обгоняет. Ну, в общем, вот наш новый лагерь. Мы теперь в низине, появился лес. С лесом появился дождь. Слава богу, теперь не мокрое белье, но зато все сухое только внутри. Сейчас посмотрим. А это уснея. Или борода старика по-английски. Old man's beard. Old man's beard. Вараша, вакарибиша, вапикили манджару. Акуна матата, тебе я поле-поле. Акуна матата, тутафика ухору. Акуна матата, тулианза мачаме. Акуна матата, нашира тука энда. Акуна матата, вараша поле-поле. Акуна матата, соте ту имбе чамбо. Чамбо буана, хабари кяни. Zuri sana, elele wageni, wakaribisho, wapi hizi mandaro, hakuna matata, baranko tukaenda, wageni pole.